Всем привет! Я вас рада видеть на своем канале. Сегодня я вам хочу показать свои небольшие покупки бюджетной декоративной косметики, которая лично для меня была необходима. И как бы хочу с вами поделиться и показать свои покупки. Первое, что я купила, вот такой светоотражающий консилер в объеме 6 мл, номер оттенка 102. Это у нас Art Visage. Сейчас откроем. Я пока ничего не открывала, буду открывать вместе с вами. Вот так вот все выглядит. Красивая блестящая надпись. Так. Вот такая вот кисточка. Она прямо как в форме кисточки для нанесения лака. Смотрите. Не знаю, даже будет ли удобно вот это все. Так вот. Девочки, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, как вам удобно пользоваться такой кистью. Вот. Очень такой светлый оттенок. Очень плотный. Плотность мне очень нравится. Цвет мне подходит. Очень рада такой покупке. Я впервые покупаю продукт от Art Visage, но я много слышала о нем, вот, что у них косметика декоративная очень хорошая. Также я хотела также купить себе тональный крем. У них тональный крем очень хороший. Я пробовала в тестере. Тестеры у них есть, но, как оказалось, версии, которые вот в продажу, номер 201 мне нужен был, вот, его не было в продаже, очень жаль. И поэтому я себе купила вот такой вот тональный крем. Это Виктория Шу, Барселона, Мадейн, Испания. Здесь все написано на английском. Сейчас здесь есть такая вот... Тональный крем марки Виктория Шу. Вот здесь, вот, девчонки, посмотрите. Сделано в Испании. Объем 30 миллилитров. Номер 302. Камера не фокусирует. Видно вообще плохо. Отвратительно сегодня. Имеет вот такой вот носик. Этот крем я уже попробовала, тональный. Очень такое плотное покрытие. Имеет такой вот более розовый оттенок, бежево-розовый, но сливается с кожей. Сначала я испугалась, что она розовая, но в итоге результат мне очень понравился. У него очень вот... Очень хорошее плотное покрытие. Если посмотреть, разницей есть, видно. Вот посмотрите, здесь левая рука и правая. Здесь прямо вот вены видно. А здесь вот
плотные покрытия. Тональным кремом я довольна. Еще раз покажу. Компания Victoria Shu, Барселона, Made in Испания. Стоит она 210 рублей. Думаю, что это при наших таких сейчас ценах бюджетная сумма. Здесь 210 рублей. Консилер стоит 133 рубля. Также думаю, что, может, со мной кто-то будет не согласен, но думаю, что это более такие бюджетные варианты. Также следующая покупка. Купила я себе такие вот палетки. Также Victoria Shu, Барселона, Made in Испания. Я их еще не открывала. Вот они запечатаны. Сейчас откроем. Также вот здесь вот тени для век марки Victoria Shu. Сделано в Испании. Первая палетка номер 464. Также цена палетки одной 197 рублей. Также, я думаю, лично как бы это мое мнение, может кто-то еще, повторюсь, не согласится со мной, что это более такой бюджетный вариант. Номер 464. В Эйвене тени тоже очень стали дорогими. Вот. Вот такая вот палетка, смотрите. Вот такой вот кисть, спонж. Очень красивые цвета. Сейчас я вам все покажу. Пальчики в тоналке у меня. Вот такой первый цвет. Очень красивая пигментация. Так, вот два слоя. Очень мне понравились цвета. Тоже вот этот очень красивый темно-серый такой цвет. Более уходящий, если так посмотреть. Освещение у меня, конечно, сегодня очень плохое. Вот более такой болотный цвет, болотно-зеленый цвет. Вот. Сейчас. Вот такой вот цвет. Уходящий более такое золото. Этот серовато, это золото с розовинкой. Светло-серый вот такой оттенок. Мне очень понравилась пигментация. Неправильно взяла. Так. Вот такие вот тени. И вправду вот это вот, если вам видно, то уходящий такой вот темно-зеленый болотный цвет. Вот. Сейчас вам я... Так, далее продолжаем. Я вот этот цвет вам не смогла показать. Тоже такой вот, типа похоже вот с этим вот цветом. Так, для различия. Давайте попробуем. Нет, более такой уходящий в серый. Хотя почти одинаково. И также у нас черный вот такой вот. Жгучий такой черный. Вот. Очень красивая пигментация. Очень красивые цвета. Еле-еле оттерла. Особенно черный свет. У меня очень много матовых теней, но вот такие, думаю, тени тоже, они быть должны. Скоро Новый год, праздники. Еще раз вам покажу. Очень красивые цвета.
Виктория Шу, Барселона, Испания. Номер 464, цена 197 рублей. Также следующая палетка. Номер 465. Так, минуточку сюда уберу. Следующее. Также кисточка спонж и вот такие вот цвета. Посмотрите. Есть вроде и повторяющиеся вот с этим, но вот мне нужны были вот такие вот цвета, светло-сиреневый вот. Сейчас посмотрим также. Вот такой зеленоватый, серебристый. Темно-зеленый, повторяющийся, как в этой палетке. И вот эти два здесь нету. Такой вот розовый. Такой фиолетовый. Нашла я вот такой вот способ. Как всегда уж покажу. Такой вот лампа с фикс-прайса. Показать вам цвет, пигментацию. Свет у нас сегодня. Вот. Фиолетовый. Это такой вот. Сейчас, минуточку. Розовый. Темно-серый. Светло-серый. Вот такой вот. Очень красивые цвета. Вот. Также вот эти тени. И черный. Черный, думаю, тоже повторяется. Так, как правильно передать освещение вам? Такой черный и вот такой блестящий розовый. Также еще раз покажу при ярком освещении, какие цвета. Вот. Очень довольна палетками. Прошу прощения, еще раз извинения за освещение. Думаю, было видно, какие цвета. И следующая моя покупка была вот такая кисть для тонального крема. Валори. Цена кисти 99 рублей. Имеет вот такой вот маленький чехол. 99 рублей. Это такой более, как бы, силиконовый кисть. Не имеет никакого неприятного химического запаха. Очень красивая кисть. Ни разу еще не пользовалась кистью для тонального крема. Вот. Или пальцем, или постоянно чаще у меня бьюти-блендер. Расскажите также, девочки, как вам кисти для тонального крема. 99 рублей. Тоже бюджетная цена. Также не ушла я без своей Рексоны комфорт льна. Свежесть и надежная защита. 48 часов. То, что здесь заявлено, свежесть и надежная защита, соответствует на 100%. Я всем рекомендую именно вот комфорт льна. Очень классная Рексона. И всех, что я пробовала. Также прикупила я себе в аптеке. Вот такое средство.
Профессиональная серия «Умная эмаль Супер Сушка» для свежего маникюра. С маслом. Ускоряет, формирует, нейтрализует, сохраняет, увлажняет. Вот такое вот средство. Купила в аптеке. Здесь вот пипетку имеет. Я уже открывала, посмотрела. Такая вот пипетка. И как пишется, хватает одной капельки. Вот, чтобы просушить лак, увлажнить. Попробуем. Ни разу еще не брала. Стоит она 109 рублей. Масляная основа. Вот такое средство. И еще одно средство я купила от компании Северина. Гель для удаления кутикулы с ланолином и с витамином С. Номер 201. Вот. Дата изготовления. Апрель 2016. Очень мне хвалили вот это средство для удаления кутикулы. Сейчас как показать. И не покажешь. Такое белое средство. Такое кремообразное. Имеет такой приятный аромат. Буду с удовольствием пользоваться. А стоит она 120 рублей, вот это вот. Я думаю, что вот эти вот все мои покупки были бюджетными. Еще раз повторюсь. Палетка теней 197 рублей. Также 197 рублей. Виктория Шу. 210 рублей тональный крем. Очень хороший, мне понравился. Также компания Виктория Шу. 133 рубля консилер Art Visage, тоже очень понравился. Кейс для тонального крема 99 рублей. 109 рублей сушка. 120 рублей гель для удаления кутикулы. И также мой любимый Rexona 124 рубля. Вот такие были у меня покупки. Покупки необходимые. Покупала я их не просто так. Вот. Всем спасибо. Может, я была чем-то полезна. Девочки, также пишите в комментариях, пользовались ли вы такими продуктами. Art Visage, Victoria Shu. Вот. Как вам кисть для нанесения тонального крема? Я использовать буду первый раз, впервые. Всем спасибо, что вы были со мной. И всем пока-пока.